Приветствую! Вы смотрите видеообзор от SotMarket. Цифровая фотокамера Canon PowerShot A1300. Устройство поставляется в небольшой картонной упаковке, и в комплекте поставки присутствует набор брошюр, инструкция, а также диск с софтом. Далее батарейки, ремешок, USB кабель для подключения к компьютеру и само устройство. Устройство имеет простой, лаконичный дизайн, в чем-то даже строгий, выглядит просто отлично. Корпус матовый, приятный, пользоваться комфортно и удобно. На передней части находится блок объектива, а также окошко видоискателя. Здесь же отверстие для микрофона, а для записи видео, конечно же, он нужен. Далее небольшой индикатор автоспуска и, конечно же, вспышка. Сверху находится прорезь внешнего динамика, кнопка включения-выключения устройства, а также кнопка спуска камеры и кольцо зума для приближения и отдаления. Справа под заглушкой находится USB порт, и здесь же присутствует прорезь для ремешка. Снизу гнездо для штатива и отсек для батареек, а также карточки памяти. Ну и, конечно, сзади можно обнаружить следующее. Это экран диагональю 2,7 дюйма, стандартный размер для устройств такого типа и набор функциональных клавиш. Это кнопка переключения на режим видеосъемки, а также кнопка информации, функциональные клавиши для переключения разнообразных функций, настроек, а также кнопка вызова галереи и кнопка перехода в меню. Сверху над экраном находится окошко видоискателя. Объектив имеет сферические линзы, оптический зум 5-кратный, ну а матрица на 16 мегапикселей. Внутренней памяти здесь нет и используются для хранения информации SD-карточки. Внутренняя память здесь отсутствует, и для хранения фотографий используются SD-карточки. В качестве элементов питания здесь используются батарейки или аккумуляторы формата АА. Количество фотографий, которые возможно сделать, конечно, зависит от емкости ваших батареек. Включается устройство быстро, и в течение 2 секунд можно приступить к съемке. Устройство имеет 2 основных режима съемки. Это режим Live и режим автоматический. С ним все понятно. Здесь устройство само выбирает, как и что снимать, выбирает все параметры. Ну а режим Live — это как раз тот режим, в котором вы можете все настроить самостоятельно. Здесь можно настроить параметры экспозиции, параметр ISO, баланс белого, размер фотографий и так далее. Ну и, конечно, присутствует некоторый набор разных сцен. Стандартный набор такой вот, тут есть портретная съемка, режим малого освещения, а также режим миниатюры, режим игрушечной камеры здесь присутствует и разные такие вот интересные вещи, включив которые можно добиться самых разнообразных интересных эффектов. Что касается режима настроек, то тут есть множество разнообразных функций. Включение и отключение детектора моргания, можно включить сетку, убирание, то есть режим удаления красных глаз и прочие стандартные функции цифрового фотоаппарата. Ну а что касается качества фотографий, то тут все просто замечательно. Конечно, они не достигают уровня качества зеркальных фотоаппаратов, но все очень хорошо выглядит, особенно если сделать подходящие настройки. Подведя итог, можно сказать смело, что компания Canon, как всегда, предоставила нам отличный аппарат за ту цену, которую она за него просит. Рекомендую к покупке.
Более подробно с характеристиками устройства вы можете ознакомиться на странице товара на сайте. Там же есть и специально подобранные аксессуары. Не забывайте и о нашей группе ВКонтакте. Пишите, начинайте обсуждение. Мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы.